Не надо, поставь тогда там. Да, там надо поставить. Так, Милана здесь будет сейчас готовить, а я говорю, давай, ты готовь, а я тебя буду снимать. Что ты будешь готовить? А я не знаю, как его назвать. В общем, что-то с... Запеканка из цукини. О, молодец, запеканка. Сыр и прошутто, это как ветчина. Только как? Здесь он... Спек. Нет, нет? Я не спек сделала, я сделала ветчину. Хорошо, ветчина, хорошо. И... Просто она как ветчина, но намного тоньше нарезана. Мельче, да. Да. Хорошо. Для начала надо натереть на крупной терке наши цукини. Вот они натираются на крупной терке. Ну, а я делаю, вернее, помогаю ей делать другое блюдо. Другое блюдо, которое из капусты. Капуста с рисом. Тоже как мы уже когда-то такое делали. Это будет. Вот так нормально тебе, да, кусочками? Беру солано. Так, покрупнее сказали, порезать. Так, это будет с рисом. Цукини, сейчас я вам покажу. Милана натерла уже все цукини, теперь она вот через полотенчико чистенькое выжимает весь сок, чтобы они были сухие-сухие. У нее столько сил нет. У нее столько сил нету, поэтому я ей помогу выжать. Вон, видишь, сколько там воды? А потом в полотенце. Так. Так, сейчас быстро. Руки с балкона. Так. Все в кучку и сюда закрутили. Вот так. В другую сторону. Вот так. Все. И вот сюда. Оп. Все. Надо помелко нарезать. Зачем? Нет, нормально. Так, надо будет. Я не знаю, как, чем можно этот сыр заменить. Мягким сыром. Вот такой прям мягкий сыр. Вот. Прям кремообразный. У нас много там тоже в России таких всяких кремообразных сырочков. Мягких. Вот сколько грамм сыра этого? 100. 100 грамм сыра. 4 цукини. Ну, они, наверное, по весу. Ну, таких средние цукини. 4 штучки. 2 яйца. Вбивай туда 2 яйца. И 2. Кидай сюда. И теперь 100 грамм, что? 100 грамм тертого сыра, любого твердого, у нас пармезан. И все это хорошо перемешать. Потом в конце она добавит вот эту смесь с мука и хлебные, как она у нас, панградан. Сухари. Сухари, да. Тертый хлеб, сухари. Все тщательно перемешать. Соль, перец вот сюда по вкусу. И все. Если кто-то любит чеснок, можно чеснок для запаха, аромата. Да, кстати, можно. Можно, да. И мешаем. Так, а сейчас она уже приготовила кастрюлю для капусты. Угу. Так как это другое блюдо уже.
Капуста на вечер, а это на завтра на обед. Капуста на вечер, а вот цукини на завтра? Да. Кидаешь туда, что это, как это было? Панчетта, не знаю. Панчетта. Почему типа того? Бекон. Это бекон, вот такой же кубиками. Вот, который делается спагетти тоже. И это потушить. Что? Карбонара с ним делать, да, вот с этим бекончиком. Папа, с бекончиком делает много чего. Да. В основном карбонара, да. Так, тушим. Также туда пойдет вот таких три малюсеньких помидорчика и половинка картошечки. У меня нет маленьких просто. Ничего страшного, она от большой отрезала кусочек картошки. Ну, потому что надо туда совсем немножко. Угу. Так, нарезает помидорки. Кастрюльку. И это все сейчас вместе тоже потушим. И картошку сразу закидываешь, да? Потом капусту сразу, да? Да, и потом зальем водой. Водой. И минут 20 поварится. Вот так все. Да, девочки, это блюдо будет называться ризо и верза, так как в конце будет, да, рис с капустой. Так очень и будет. Просто. Ну, очень легко и просто. Бекон, да, можно вообще не брать. Да, можно и без бекона. Фантазию включайте, и все будет вкусно. Я тоже жую капусту, ничего страшного. Засыпаем капусту туда. Вот так. Все. Заливаем водой. Тоже сразу. И это должно все покипеть. Сколько? Минут 20? Нет. Ну, смотря, полчаса, 40 минут. Да нет, немного 40 минут. Капуста должна развариться прям. Да. Как каша. Капуста должна развариться, говорит шеф-повар. А, девочки, вот мы посыпали туда, сейчас всыпали сухари с мукой и положили перец черный, соль. И сейчас она вот кладет туда еще немножечко сухого чеснока для аромата. И сейчас я помогу ей помешать. Милана, на, держи, я помогу. Сейчас, секундочку, вот это перемешаю, а то оно ж... Только силёнок нашей Миланы нету. Сейчас будем это все формировать в виде пирога. Так, вроде все. Угу. Вот такая форма алюминиевая. На ее оливковым маслом полила. Сейчас она ее размажет. Размажь ее немножко вот так пальчиками. Это вот то, что сухари. А. Да, вот так. Ой, простите, у вас даже кисточка, я говорю, пальчиками. Вот так вот, чтоб не прилипло. И вот это все пойдет как база туда, нижний слой. Не все, половина. А, половина, вторую половину накрывать будешь, да? Да. Сверху она еще немножко просыпает сухарями, чтоб не прилипло. Думаю, достаточно. Достаточно, да. И вот так сейчас одну часть она половину выложит на дно сюда и разровняет аккуратненько по всей поверхности. Хватит. Сантиметр будет слоя, да, нормально. Вот смотри, сколько. Все. Поможешь тебе? Ну, да, главное нижний слой сделать потолще, да, а да, сверху. Все равно сверху еще надо одну цукину положить круглую. Так, да, колечко. Угу. Да. Надо не резать. Отлично. Возьми еще вот отсюда. Да, да, да.
на форкаттата. Пальчик. Вот так вот она своему супругу. Видите, как она ему готовит. Вот. И для себя любимой. И для себя любимой. И для себя любимой, конечно. Почему сразу супругу? Для себя любимой. Да, правильно, правильно. Молодец, милашка, молодец. Теперь сразу готовит, которые продукты она еще будет туда выкладывать. Вот это прошутто котто, вареная ветчина. Да, вареная ветчина. Да, да, вареная ветчина. Вот это она сейчас разложит вот так слоями. Ох, ничего себе слоек. Ты вот так длинно пока положи, потом добавишь по второму сверху. Нет? Ну, это ладно. Его надо весь израсходовать. А, ну ладно. Прям вот так вот. Какая вкуснотища, боже мой. Ничего. Здесь ее так тонко режут все. Да. Здесь ее нарезают очень тонко. Да. Не как у нас. Не как у нас. Кусочек. У нас, колбасками. Да, у нас она бывает колбаска кругленькая, между прочим, правильно, да. А здесь вот так. Вот сюда бы положила вот этот, потому что там ты двойные сделала. Все. Вот. И теперь вот такой копченый сыр сверху. Вот так. Теперь сверху идет копченый сыр. Вот этот кусочек уложи. Какой? Вот который там стоит. Вот этот. Под сыр. Ага, так. Да, чтоб они не подгорали. И теперь вот этот сырочек весь укладывается тоже сюда. Этого копченого у тебя мяса сколько было? 100 грамм? 150? Вот ветчины. Да. 150. И сыра 150, да? Ну, 160 получилось, да. Ну, да, но 150 того и 150 этого сыра. Вот поэтому она все раскладывает, потому что мы только съездили, купили все, да, под расчет, сколько именно на это блюдо ей нужно будет. Вот и все. Идеальненько. Хорошо. Теперь, Мил, вот я хотела бы вот это вот сюда. Вот так. Все. И теперь только то, что осталось натертое. Не хватит, ничего, так размашешь и все, положишь свежие колечки сверху. Вот, нормально, идеально. Зачем еще столько всего? Будет нормально. Ты еще должна колечки. Вот это растяни, размажь. Второй слой. И потом еще как декор надо сверху положить. Холодной водой. Дело в том, что его мало. Вот такая у нее получилась верхушка. Все размазала, растянула. И теперь вот так сверху еще один слой раскладывает просто колечками нарезанные цукини. А сверху уже ничего не надо будет? Совсем сверху? Сухари. А, просто сухари и все, да? Все. И будет... Наверное, надо было один на другой положить. Как на другой? Вот эти? Вот и все. Красота готова. Что ты там еще подставляешь? Все, теперь сухари сверху. Там слегка надо прям... Капельку, да? Ну, легко, чтобы получилась такая хрустящая корочка тоже сверху. Подсоли чуть-чуть вот это, те цукини тоже. И все. И вот эта красота отправляется запекаться на 25-30 минут при температуре 180 градусов. 25-30 минут. Покажу вам потом результат.
здесь тоже все варится. Все варится. Это все должно стать мягкое-мягкое. Увариться, в общем. Развариться. Девочки, капуста наша еще кипит. Наверное, уже минут 40. Ну, она еще, как видите, не разварилась, но уже стала мягкая. Ну, мы ее сейчас уже выключим. И все. И потом видео, блюдо заключается в том, что там внутри надо сварить еще рис. То есть забрасывается туда рис, и вот в этой воде он доходит. И получается такая густая масса в конце, когда уже рис в готовности сварится. Ну и все, и приятного аппетита. Так как я не буду это ждать, они на ужин это будут делать. В общем, вот эта заготовка уже готова, и я ее сейчас выключаю. А рис они уже сварят перед ужином. И наша другая красота тоже готова. Вот так она поджарилась, подрумянилась. Надеемся, она внутри тоже хорошо спеклась. Милана тут ее пыталась подглядывать, заглядывать, сварилась ли. Ну, думаю, что сварилась. Больше уже некуда. Она сейчас еще подсохнет, пока будет остывать. И думаю, будет вкусно. Ну все. Мы на этом тогда будем заканчивать. Спасибо всем за внимание, что были с нами. И до новых встреч, дорогие наши друзья. Пока-пока. Вот рис для блюд. Сейчас мы посыпем просто сверху вот так пармезаном. И все.